Добрый день, друзья! С вами канал Краски Ж на выезде. А мы едем в ресторан. Выбрались. Цветами будете торговать? Да, купили дерево, подарок. Там у нас одно мероприятие небольшое. Это цветы за обед называется. Вот. Заодно и протестим для вас ресторан Махмутлари. Не знаю даже, чтобы попробовать. Короче, оделись по красоте. Купили дерево, еще раз повторяюсь, подарок. Так что посмотрим, что, чем кормят в Махмутлари. Сережа, а что вы хотите сегодня отведать в ресторане? Ой, даже и не знаю. Ну, не тяните. Коктейль синджак на листочке. Еще раз что? Машина проехала. Коктейль синджак на листочке. Что? Вы что? Мужчина, вы откуда приехали? А я такой, да. Гурман, не надо так мотолять деревом. Да, ну, деревянное. Да, идет, знаешь, несет как, не знаю что. Везочек несет картину, как мы дарим. Так, вот ресторан называется «Класс». Находится он в самом центре Махмутлары, недалеко от часов знаменитых. Так, сейчас заходим. Вот сидим на банкете. Подай палку. Покажи, лимон. Лимон в колготках. Лимон в колготках, Сережа говорит. Мы так принесли еще какие-то рулетики. В какой-то тесте. Не знаю, сейчас посмотрим, что это такое. Соусом. Не знаю, чем это брать, я беру руками. Короче, ничего не принесли к нему. Попробую, что это такое. Такой соус. Внутри сыр. Сереж, как салаты? Нормально? Салаты вкусные? Винишко подъехало. Я вообще не пью, но как бы неудобно. Так, чисто символически налью. Сейчас попробую винишко местное. Вы знаете, за полгода жизни в Турции еще ни разу ни одного глотка вина не попробовала здесь, честно. Вообще ни одной капли спиртного не попробовала. Ну, короче, сейчас глоточек сделаю, скажу вам, что такое турецкое белое вино. Сухое. Хорошо. Так, попробую я, друзья, это турецкое белое сухое вино. Не знаю, как называется, вообще без понятия. Налили мне. Для großен фэмили, нихтен клюам клац-клац. In bigen family, нихтен клюам клац-клац. Так, попробую. Слушайте, не пила уже года два, наверное. Ну, не кисляк лютый. Более-менее льда кинула парочку. Ну, не знаю. Нормальное. Не шмурдяк, и то радует. Вышли, короче, Сережа курит, мы просто стоим. Лясы точим, вышли, да. Стоим просто нормально, вкусно. Сейчас еще горячее будет, потом будут танцы. Потом мы вам все снимем. Все танцы, пляски. Это сейчас так разминочка. Пока еще никого нету и не очень громко. Хочу вам снять, как выглядит ресторан. Чисто по-турецки. Всего много. Вот какой выбор алкоголя. Менюшку я вам показала. Тут пока еще людей нету. Сейчас будет скоро живая музыка. Зажигательные танцы. Показал вам чизкейки, место для джаз-банды, там еще большое продолжение получается, что такой огромный ресторан, самый центр Махмутлара на улице Барбаросса. Так что, сейчас покажу вам, какие вина здесь у них лежат. Thank you.
как друзья, короче, принесли дораду. Как она выглядит. Сейчас буду пробовать. Центр жизни, понимаете? А не ваш самый гестель. Шутка. Yeah.
Thank you.
Сережа, ну, короче, этот ресторан вытянуло шоу, в принципе. Шоу было недолгое, но люди как бы веселятся. Можно просто так вот снимать. А, да? Да, вот так вот удобнее. Да. А-а-а. Что ты можешь сказать по поводу, вот по-честному, только, ну, как бы нормально. Все равно люди туда ходят, ходили и будут ходить. Понятно. Это место для вот простого вечернего отдыха. Попить пиво, чаю. Пообщаться, познакомиться, посмотреть, послушать, может быть, потанцевать, кому хочется, угу. Не больше. То есть еда обыкновенная, то есть без изяществ, да. И без особого ярко выраженного. Не Мишлен, нет? Я не про Мишлен, я вообще про среднего уровня, тому, к чему все привыкли. Угу. Немножко не дотягивает до ресторана, так, кафешка. Музыку выключи теперь, любая музыка это... Бам. Все, ты зависаешь долго слишком. Я все сказал. А я и не знал, что любовь может быть жестока. Выпила два глотка вина. Ага, тебе поперло на песне, да? Не, вообще. Поехали. Все, пока, короче, друзья. Ставьте лайки, мы старались для вас. Даже вызвали танцовщиц на стол.